спасибо всем. Но у нас вчера по известным причинам был отменен официальное открытие мероприятия. Это связано с трагедией, которая произошла 22 марта. Сегодня наши спортсмены все выступают с черными повязками. Но я хотела бы сказать, что мы не унываем, потому что уныние – это большой грех. Мы хотим идти вперед. Наши спортсмены тренируются и соревнуются. Именно для этого они приехали сюда. Сегодня мы открываем официально финал Кубка России Фосагро по лыжным гонкам сезона 23-24. Я уверена, что все вы получите наслаждение от того, что вы увидите. Сегодня уже, наверное, пролог для всех оказался достаточно непредсказуемым. Ну и погода прекрасная. Я сегодня покаталась в лыжах и могу сказать, что шикарная трасса. У кого есть желание, выходите, покатайтесь после соревнований. Спасибо всем огромное, что вы сегодня находитесь рядом с нами. Я желаю спортсменам всем скользких, быстрых лыж, очень быстрых секунд и хорошего настроения всем вам. Спасибо и смотрите нас!